Дорогие магаданцы, земляки, совсем скоро прозвучат заветные 12 ударов курантов, и мы встретим новый 2019 год. Уходит еще один наполненный важными событиями год. Несомненно, для каждого он ознаменован чем-то своим, личным. Создание семьи, рождение ребенка, новые встречи, успехи в делах. Общими силами и трудом создан хороший задел на будущее. Начато строительство бассейна, на склонах русской горнолыжной школы установлены современные подъемники, ведется подготовка к возведению новых школ и детских садов. Положено начало парку «Маяк», построили долгожданный мост в третьем микрорайоне. Искренне верю, что Новый год станет временем позитивных перемен и наполнит историю Магадана яркими событиями. Ведь 2019 особенный. Летом мы будем отмечать сразу две юбилейные даты. 90 лет со дня основания Магадана и 80 с момента присвоения статуса города. Отрадно отметить, что этим торжествам уделено особое внимание со стороны правительства Российской Федерации. Впереди большая работа по благоустройству областного центра, созданию арт-объектов и общественных пространств, ремонту исторического центра. Уверен, что вместе мы воплотим все задуманное в жизнь. Дорогие друзья, от всей души желаю встретить праздник в хорошем настроении, в кругу близких и любимых людей. Пусть каждого согревает тепло домашнего очага. Своими успехами радуют дети, не болеют родные. Пусть исполнятся все желания, загаданные в новогоднюю ночь. Счастливого Нового года, Рождества и веселых каникул, дорогие магаданцы!